Анна, всем привет! Вы на канале Brothers Mo Universal. И сегодня мы делаем уже вторую часть. Да. Но можно это все говорить как одно видео, конечно. Извините, что мы в том видео даже попрощаться не успели. У нас память просто кончилась, видео погасло. Погасло, как огонек. Так вот, и потом мы уже теперь готовы. И можно это считать как за вторую часть, а можно считать как за все это одно видео. Мы это соединим, разделили просто на несколько частей. Ну, как и в тот раз. Кстати, разделим это видео. Ну ладно. У нас в одном журнале вся команда бывает. Да, мы собрали, мы уже говорили, да. Много крутых у нас паков было. Вот, и мы продолжаем снимать. Так что сейчас мы покажем вам. Да, и Ваня будет распаковывать 10 паков. Мы сейчас вернемся. И мы продолжаем. Первый пак Ваньки. Там что-то похоже на... Франк Рибери! Я его так давно искал! Роналду! И Криштиану! Я все-таки его нашел, ребята! А я нашел ей Криштиану нашел. Ой. Вот эти, которые ты не видел. Тетя опять. Фернандо. Кто? Видаль! Видаль! Офигенная пакет, спасибо, конечно. Я уже думала, я он доски какой-то надо. Надо татуировки. Я думаю, ну это военная Видаль. Я доска, это татуировка. Такие вот. Вот у нас там еще паки. Анхель! Ди Мария! Ангел Ди. Байер. Левандовский! Роберт Левандовский! Офигеть! Фартит, конечно, Ванька, тебе сегодня. И даже очень. Ну сколько там еще паков осталось? Это. А что, у меня вроде бы даже такого. А, или есть? Есть. База всей команды едет. Давай быстрее. О. Опа, Диего Годин или нет? Хуан Фран Торрес. Какого Кристо Кросс? Тони Кросс! Нормальная Кристо вещь. Кросс. Как они блестят. Давид Хедира. Так, сейчас. И Давид. Давид Алаба. Это мне. Давид Хедира. Да, сегодня вообще там новеньких очень много. Сейчас тут неинтересные некоторые. Это, подожди. А, тигры. Сейчас, тигры. Неймар! Нормально. Ну, у меня такой есть, отдаю Ваньке. Ну, Ваньке. Ну, я тоже, потом мы разделим. И Англия, сборная Англии, детская. Марсель Модрич! Арьен Рубен! Я первый сказал. Я первый. Так. Рубен, Модрич, Березуцкий. Это кто? Алексей Березуцкий, вот такой. Опа. Алекс. Ну что ж, сейчас я буду уже открывать, это Ванькин последний пак. Ой, еще вон какая стопка пока. И вот. Базель. Все. Ой, чего я так показываю, люди сейчас? Баргазли.
Так, сейчас Ванька будет держать и показывать вам. Только, Вань, снимай в объеме, а не в... Понял? За края держись. Ванька так. Только учится сейчас. Ну вот примерно. Вот так вот и держи, понял? Вот так вот. Угу. Я буду подносить и показывать. Видно? Да. А, да, сорян, есть у меня. Такого у меня нет. Видно? Да. А я еще... И Варди! Что вы делаете? Я еще вот. А я еще успею открыть? Да, успеешь. Да. Зарантошич. А то мне по-любому. Потому что увидите все команды ССКА. Видно? Да. Хорошо видно? Да. Я переживаю. Андре-Андре. Дре-дре. О, Хасперс и Лисен. Ай, мои руки болят. Долго ты там все будешь? Вот. Это не разрывайся, вот, отлично. Гляньте, вот такое из спортинга. Кстати, у меня такого нет. Видно? Да. Минору. Кому я кладу? И вот такого гей у меня нет. Здесь кладу я. Ой, ну почему я говорю гей? Я уже привык. Здесь Денис Черешев, который из Реала перешел в Вильяреал. Мне очень приятно. И последняя карта. Вот такая вот. Чья? Нет, я имею в виду в этом паке. А твой последний бить? Нет, это твой последний. А тебе еще сколько надо? Еще их 5 надо. Я еще... О, Симпсон. Симпсон. Он именно Симпсон. Так, а вот это... Бурки, вратарь в Дортмундской Боруссии, нормально? Да. Угу. Туда. Сергей Игнашевич. Какой-то чувак из Бока Джуниорс. Может, у меня его нету. Да, конечно, это круто собирать эту коллекцию. Да. Опа-на! О! Всего нам. Мэйси! Вот такого у меня точно нет. Ну там еще Мэйси есть. Можете рассмотреть эту картинку. Очень красивая. А? Очень красивая. Прикольная. Я даже не помню, куда я ее заклеила. Вот, Валя. Мэйси. Золотой Мэйси. Это очень красивая карта. Золотая карта, золотая. Ну, такого у меня есть. И вот чувака два из Вильяреала. Да. Карточки две такие. Интересно. А ты последний? Нет. Неймар. О, Неймар, кстати, у меня вот такой вот нету Неймар Голс. Вот, это очень крутая карта. Да. Да уж. Порту. Угу. Повыше подними. Еще один Ди Мария. Я вообще сюда кладу. Таких два чувака, они все достаются Ваньке. Блин, кому я кладу вот такие вот карты? Я их кладу в Ваньке почему-то. Ой, Луис Суарес. Это мне? Да. Блин, ну подними. Вот так вот. За такие карты, а ты... Вань, не надо тут. Все? Нет. Не, после этого мне последний пак остался. Так, и последний пак. Жалко, конечно. Последний. Интер! Интер. Красиво. Красиво. Вот
Я. Да, теперь Ванька. Камс Родригес. О, Хамес Родригес. Очень красивая карта. Давай мне. Паладибал. Паладибала. Еще там карта. Сейчас я вам покажу ее, чтобы видно. Не очень красивый чувак. Давай, Вань, быстрее. У тебя осталось 15 секунд. Что-то новое, что-то новое. Смотри. И Марсело. Видай, 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 видай. Вторая половинка сразу же. Что ж, дорогие друзья, сегодня был просто офигительный пак-опенинг. Нам попали столько много подписка, лайки, все за это. Да. И видео будут в качестве. Кстати, я буду делать видео с монтажом, и у меня уже все нормально. И я смогу теперь делать хотя бы, ну, чуть-чуть качественнее видео. Пожалуйста, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Видео будут качественнее и интереснее. И всем пока-пока! Пока! Мои рыбки еще живы! И рыбки тоже говорят пока. Ну, до свидания.